Всем здорово, с вами Сергей Пушков и Ренгвин, поздоровайся. Всем привет. Вот, мы сегодня играем в Rainbow Six Siege на хэллоуинской карте под названием Дом. Будем убивать людей, потому что мы киберспортивная команда Кибербойс. И также мы вам покажем маленькие, но очень крутые пасхалочки. Ну что, Ренгвин, запускай поиск игры. Вот и пошла сетевая игра. Это хорошо. Мы вам покажем такие пасхалочки, которые вы еще никогда не видели в этой игре. Я вам отвечаю. Вот, вы никогда не про них не слышали и не должны были слышать до нашего видео. Так что вот, игра началась. Сейчас мы пройдем. Вот видите, оранжевый против синих. Мы будем играть за оранжевых. Дом безумия. Называется карта Дом безумия. Так, мы начинаем. Так, Сергей, мы начинаем за защиту, и мы начнем все-таки с пасхалки, ведь это Хэллоуин, День мертвых. Да, и кстати. Начнем мы с привидения. Так что я возьму Валькирию. Я возьму Мне сейчас пульса. Нам придется бежать на второй этаж. Ну, мы успеем добежать, мне так кажется. Конечно. Сначала зайдешь ты, потому что ты снимаешь, ты должен показать контент. Да-да-да, я всегда тебе с собой объясню, беру. Что ты там должен увидеть. Угу. Так как если я первый зайду, вся пасхалка истеряется. Ее должен увидеть только один человек. Да. На втором этаже возле спальни есть шкаф. Сейчас мы туда и побежим. Вот, а так как я всегда с собой беру видеокамеру, то поэтому я снимаю. Да. Также на втором этаже есть много пасхалок. Например, в детской есть музыка шкатулки. И в туалете, в душевой кабинке можно услышать свист, словно кто-то свистит, наигрывает музыку. Это тоже можно услышать, и она достаточно громкая. И это мы То все есть, сегодня да. найдем, друзья. Да, на втором этаже есть три реально хорошие пасхалки, и также по всему дому очень много пасхалок в виде стуков, звуков зомби и многое другое. Вот. Однако что-то противники долго грузятся, и ну, сейчас потому что у Сергей... них компьютеры из картошки, Да, Сергей, так. побежали на второй этаж за мной, Так, за мной, так, так, Валькирия. я должен тебя найти. О, вижу тебя, но смотрите, друзья, контент сейчас будет. Бегу со всех сил, ведь я ж лысый. Так, заходишь в эту каморку, и на тебя вылезет привидение. Так. А, вот это да, видели, друзья, видели? Я увидел, и вы должны были Также это увидеть. Через время должен появиться его облик. Это привидение и персонажа из Outbreak, одного из зомби. Но, однако, продолжим. Заходим сюда, за мной, Сергей. Да, конечно же, проходим. Здесь будет звук свиста, словно кто-то насвистывает музыку. Нужно чуть-чуть посидеть, подождать. О, только что услышал. Слышно? Да. Дальше. Я не знаю, я один раз это встретил. В детской можно услышать шкатулку. Так, ну? Ну, я не слышу. И я, кстати, не слышу. Ну вот, кстати, она, я ее и, запускаю. И, по-моему, к нам врываются уже враги, я так и не закинул. Да, друзья, посмотрим в следующем раунде пасхалочку обязательно. Но у нас же все-таки игра киберспортивная, соревновательная, а мы тут ищем пасхалки. Все-таки надо же да. помочь своей команде. Следующую пасхалку мы увидим за атакующих. Да. Так что, друзья, сейчас мы просто идем в киберспорт, будем всех разминать. Так, назад. Меня как-то... Меня убил ты, Рэнджи, ну как Сергей, так? Посмотри повтор. Я хотел предупредительный выстрел сделать. Вот. Ну, кстати, ты предупредил противника, он тебя не послушал, ты его убил. Все, кстати, правильно. Вот. Рэнджи, кстати, у нас профессиональный игрок в Rainbow Six Siege, в отличие от меня, который заходит раз в 3 года в эту игру. Вот, будем, конечно, записывать интересные каточки. Вот Хэллоуин, День мертвых, все такие в масках, со скинами, тыквы везде, страшно, атмосферно. Сергей, на тебе камера. На мне камера? У тебя понял? Да, ты должен проверить камеру, чтобы я нашел противников. Так. Ну... Я, ну, надеюсь, ты это видел, хотя... Я увидел косвенно через камеру. Это вот. Было очень красиво. Ну я смотрю, тут вентилятор крутится, заряд Б. Друзья, нам нужно защищать заряды, если вы еще... Не поняли, я вам рассказывал. Ой-ой-ой. Но я смотрел камеру, не увидел это. Очень фатально. Плохая инфа от Мира пошла. Очень плохая. Мира поставила неверную метку. Так. Ну, Мира, на тебе все. Живи. Ну, я сделал 3 убийства так-то. Вот, друзья, я сделал 0 убийств, и я еще на первом месте с конца.
Так Если так что. учитывать, то я сделал 4 убийства, если считать то, что я убил тебя. Ну да. Кстати, да, я еще умер очень хорошо. Исправится ли мира, который кидает две флешки подряд, сломают стены, дают дезинфу? Так, на метку я поставил. Если Мира кинет C4, она убьет его. Ее. Это же Эш. Ну да, это же Эш. Эш у нас. Но, как мы видим, Мире плевать. На то, что у Мира нее не есть. хочет победы. И она сейчас будет стрелять в угол. А нет, она умная. Представляешь, она умная. И просто смотри. И... Ну, это со смерть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, нельзя так, нельзя. Ну, потому что у нас тиммейт очень плохой, который взял Миру. Мира это оперативник, в принципе, хороший, тиммейт плохой. Да, это танк, у нее три брони и одна скорость. В основном этот оперативник должен сидеть на точке и проверять подходы к точке, скажем так. Так, атака, я беру какую-то азиатку по имени Хибана. Я взял Финку, это персонаж из Беларуси, из Гомеля, между прочим. О, это хорошо. Это очень хорошо. И Да. сейчас я покажу следующую пасхалку Да, из конечно же. атакующих. Покажем вам все Сейчас пасхалочки. Хэллоуин. мы ее увидим после того, как закончится фаза подготовки, мы к ней прибежим. И думаю, будет достаточно интересно. Вот, друзья, хэллоуинский контент. Хэллоуинский контент. Так что обязательно поставьте лайк за... Вот, видите, впервые, почти впервые я с кем-то. Я с кем-то. Так Да, еще и и с не забываем хорошим человеком. подписываться на мою группу ВКонтакте и на мой канал. Да, Да-да-да. я частенько провожу стримы и делаю очень информативные ролики. Да, друзья, очень интересно. Просто один раз я даже засмотрелся и выпил весь чай, который был в доме. Так что, друзья, осторожно, запасайтесь чаем, смотрите канал Ренгуина. Вот. И заходите к нему на стримы. То я же такой великий стример, что лучше заходить к Ренджу. Да, Вот. обязательно. Они там же. Так. Они там Тут же. вот люди, я спустился. Я нашел заряд, кстати, вот видите, справа, Я тоже. вверху. Между прочим, я тоже. Вы Сергей Пушков молодцы. нашел заряд, так что я сделал вклад в свою команду. Наблюдаю Теперь за твоим бойся. дроном, Ренджи. Так, обнаружил врага. Вот, еще обнаружил. Сейчас не обнаружил, потому что ты залезаешь на шкаф. Вот видите, паркур от профессионала. Видите, какая картина страшная. Это потому что мы играем на хэллоуинской карте под названием Дом Безумия. А на полочке нельзя залететь. Да, потому что это текстурки. Ой. Ну что, друзья, следуем за Так, Ренджи в теперь поисках бежим за пасхалки. мной. Теперь бежим за мной. Так, бегу, бегу. О, бах! Он меня напугал же свой тиммейт. Так. Так, следующая пасхалка связана с туалетом, как бы странно на то ни звучало. Внутри закрытого туалета сидит зомби. Если долго посидеть возле него, то в принципе можно услышать рык. Вау, Слышишь? услышали, друзья? Выкручивайте колонки на полную. Выходи, Вот. бомжара. Ну, у него видно приступ случился, понос Да. неизлечимое, нужно только проветрить свой организм, и поэтому мы идем убивать людей за деньги в киберспорт. Так, я спускаюсь, захожу. Смотрите, друзья, как надо не играть. Вот, потому что я вот... А, киберспорт! Киберспорт, друзья, смотрите, иду в киберспорт, убил человека просто. Так, перезарядку делаю. Видели, друзья, прям в прямом эфире. Помолчал и сделал этот. Сделал убийство. Ай, меня убил. Тут справа, возле меня. На Короче, лестнице, на лестнице. даю инфу. Возле лестницы вниз. Прям у входа, чувак. Да, я уже тоже умер от лестницы второй. Ага. Вот. Лестница, которая на второй этаж в большом помещении, Ну да. в главный Тем зал. временем наши тиммейты уже установили деактиватор. Убивают и И мы победа. убили. Победа в раунде. Друзья, видели мое сочное убийство? Так что вот, я внес вклад в свою Это было команду. красиво. Вот, тем временем я еще первый с конца. Но это еще ничего не доказывает, друзья. Все-таки один раунд прошел. Ну, два раунда. Ну, друзья, ну как-то. Хэллоуин все-таки все уже под настроеницем. В хорошем настроении, благодаря всяким напиткам.
алкогольным, который я ни в коем случае не пропагандирую вместе с Ренджем, мы за здоровый образ жизни. Да, мы не употребляем вредные для здоровья вещества, то есть алкоголь, никотин и многое другое. Мы это не используем, не употребляем. Нет, это мы только используем борщик, котлетки, отбивные, вот, пельмешки. Да, сок, чай. Вот. Все, что мы любим, то и советуем вам кушать, да, друзья. Так что вот я играю за Лысого, не из Бразерс, как вы могли подумать. У него есть датчик пульса, и его прозвали Пульс. Оригинально, я вам хочу сказать. Вот. Очень оригинально. Ну да, думали над этим названием очень долго. Наверное, секунды две. Вот, тем временем наш тиммейт, который взял оперативника Джаггера... О, прогрузился, представляете? Прогрузится, но долго, долго. Долго. Так. Вообще можно опять увидеть привидение, скажем так. Давайте еще раз заценим, кто не увидел, смотрите. Хопа, видели силуэт? Да, достаточно прикольно получается. Да, кинематографично. Тем временем нас тут взрывают стены. Виджил нанес мне 10 урона. Ну все, его можно избить за это. Ладно, не будем мы его избивать. Можно постараться, но... Так, тут так, люди у меня делают... Так, камера, куда бы ее кинуть? Я же камерокидательная женщина. Ну да, ты же камерокидательная женщина, действительно. Ну, сейчас, подожди, я тут пытаюсь найти стены, которые можно усилить. Усили вот эти вот стены. Какие? А, вас понял. Меня обнаружили тем временем, но меня это не интересует. Пожалуй, кину вот сюда так-то. Это будет очень полезная камера. Так, тем временем я усиливаю, чтобы нас никто не пробил с... Оружие со взрывчатки, конечно, можно постараться. Кстати, Сергей, подойди сюда. Куда? Есть еще одна пасхалка. Многие считают то, что сломав череп, мы можем увидеть аниматроника из «Пять ночей Фредди». А, кстати, друзья, хотя смотрите. Многие считают, что это просто такой каркас. Но не, кстати, есть да. Люди, которые считают то, что это вот так вот. Так что, друзья, если вы фанаты, подождите, нас обнаруживают кучу раз. Вот и все. Так что, если вы любите FNAF, и так что даже в этой игре, как Rainbow Six Siege, есть такая мини-пасхалка, которая еще находится под вопросом. Так, я слышу стрельбу бака. Это оперативник, который имеет подствольный дробовик. И у нас сзади окно сломали, Сергей, там хибана. Хибана? А я ничего не вижу, да, вот там фонарь. Окне. Но меня именно оттуда и убили. Вот, меня ж так не видно, надеюсь. Ну, нет. Поиск. Поиск, поиск, поиск. Чё-то мой лысый ничего не находит. Так. Я играю тихо и осторожно. Смотрю сквозь вот эту дырочку. Ну, тут никого нету. Потому что сзади есть кто-то. А кто там? Кто там, алё? Кто-то решил вот тут, так, что ли? Я смотрю камеры, но в принципе... Вижу! Хорошо, друзья, в киберспорт пошел. Вау! Молодец, Сергей, молодец. Однако на камерах, в принципе, пусто. Я никого не вижу. Так, ну смотрите, меня тут... противник, на метке противник. Вижу, вижу. Ай, я получил в... На точке двое. Простреливай. Бах. Ты можешь прострелить их обоих. Сейчас. Так, одного мира прострелила. Так, это финка с пулеметом. Так, тихо. Так, о, отлично. Мне, кстати, дали Миру поддержку в убийстве. Б чисто. Б чисто, а. А, вот все тоже чисто. Лестница чисто. Вот тут я понял. У главного администратора проблемы. Так, это, скорее всего, Ваня. Можешь пробовать прострелить, как бы, картину? Ну, мы не будем это рисковать, пускай ко входу выйдет. Да. Мы будем там тактичны. Там камеры нету, так что не могу проверить. Так, ну мой датчик, как всегда, бесполезен. Да, он так далеко не работает, к будем... сожалению. Опа, вас понял. Вот тут, короче, ходит. Макака. Я ее, кстати, не мог убить. Чё я отводю? Я не видел, куда я стрелял, но я попал. Где она? Ну я не знаю, друзья, я просто помог. Нанес урон. Иду в киберспорт. А ну-ка... Ну все, изи. Отлично. Мне дают, это, кстати, значит, поддержку, хороший ассист.
Так что, друзья, набор в команду Кибербойс вот с 12.00 до 12.01. Все остальное время обеденный перерыв, но кушать надо, сами подумайте. Вот. Тем временем мы уже становимся за атаку, раунд 4. И все с нами хорошо. Матчпоинт. Выбираю я Хибану. Да. Знаете почему? Возьму, Потому что она на ней термита. Навесы. Термит, термит хороший у нас чувачок, американец. Да, американец. Вот так. Уже 0-0. Наступает матч поинт. Сейчас все прогрузятся. Так. Так, так, так. Мы все грузимся. Все в порядочке. Вот. Ну, как всегда, один чувак из нашей команды и один враг имеют хорошие компы, хороший интернет. Но наш тиммейт все-таки похуже скорее имеет. Скорее всего, они сидят в Wi-Fi кафе. Ну да. Потому что только так можно подумать. Хотя, если сидеть в кафешках моего города, то Wi-Fi там нулевой. Его там нет обычно. Вот, может, конечно же, других там более цивилизованных, как США, в которые там интернет для бомжей специально ставят, то, наверное, там в кафешках есть какой-то более-менее интернет. Ну, не везде, на самом-то деле, хорошие интернеты. Да. Например, в столицах моей страны в такого, в принципе, нету. Так, Даже, докладываю, в принципе, в хороших нахожу. городах. Так, моего бота снесли вместе с тремя другими. Вот, но я наблюдаю за твоим, а уже не наблюдаю Ага, больше. поздно. Поздно. Так, вот тут у нас, короче, один чувак засел, решил не сканировать, решил инфу не давать. Спрятался под кроватью, как трус мелкий. Кстати, я вспомнил про еще одну пасхалку. Вспомнил Он заехал папа. В спальню, и тут есть шкаф, который попал на бок. Из него тоже носят стуки, словно в нем кто-то есть, как будто бы в туалете. А, ну мы тогда во время защиты фазы вам да, все подбежим покажем. туда и послушаем. Это без этого никак, скажем так. Это обязательно. Так, ну полезли наверх, мы все-таки же команда, одно целое. Да. Так что, друзья, можно менять смены положения. Вот так вот делать, ну это я вам показал чисто. Геймплей. Спускаемся сюда. Ты прям прошел, но я тогда за тобой. Опа. Убил. Убил Винджела. Убил. Опа. Ай-яй-яй. А, убил. отлично, Валькирия Отомстил, вышла отомстил, сразу же. отомстил, отомстил. Хорошо. Возьмите активатор. Так. Так. Можешь кинуть камеру. Выйди на улицу, кинь камеру, потому что информации вообще никакой нету. Так, мы вот тут Инфы присядем. Боль. Кинем нашего бота на шестерочку. Вот, видите, как он? Так, так, так. А где все? Где все противнички? Заедет на А. Заедет на А. На А? Заедем Да, втихаря. Если там будет сидеть, вот, в углу сидит. Вижу, вижу игрока. его. Ну, я понял, я могу спокойно проходить. Вот, могу, конечно же, флешечку закинуть. Сейчас. Вот тут надо... Не, надо ботом проверить, потому что мало ли кто здесь находится. Так, ну тут никого я не вижу. Никого, кстати, и нету. Так, так что можно спокойно идти. Скорее всего, два противника, они где-то снизу, но там баб бегает, у них не находится. Ну, тут еще один в углу. Да. Так, а ну-ка, что тут на тиммейт наш? Ого! Ой-ой. Вот это скример, ой-ой-ой. Конечно, я же её словил, вот это скример. Друзья, а вы думали, тут только призрак обитает? Нет, тут еще обитает новобранец. Новобранец это самое страшное, что есть в этой да, игре. Это страшнее. Его нельзя убить, видите, он до сих пор лежит. Бессмертный. Бессмертный. Вот, только умер, когда пистолетом добили. Чувак падает и умирает. А нет, жив. Представляете? Эш жива. Что там у нас с Финкой? Финка 100 хп у нее. Вот, у нее есть все шансы. У нее баф закончился, выброс адреналина, все, и нету. Так что, в принципе, помощь в отдаче она не получит уже. Ну да. Так, она все сканирует, конечно же. Был бы я умный, я бы тоже этот шкаф посмотрел бы, вот эту комору, но... Я ж не ожидал там скример увидеть, я только призрака там ожидал, так что... Кто словил скример, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Ренгвина. Все ссылки в описании. И даже, знаете, на экране вот сейчас где-то появится. Вот это да, вот это функционал. Это нанотехнологии. Да, пульс на А, говорит чувак из команды.
Но мы потеряли деактиватор. Поэтому он заходит на А и умирает. Да-да-да. Действительно. Что будет делать Эш с двумя ХП? А. Она пойдет на А. Б. Она пойдет на Б. С. Она уйдет и будет сейвить себя. Но она идет. Мне кажется, это будет Б вариант. Да, я тоже так думаю. Вот. Босс, он бьет. Но деактиватора нет. И, ну... Оказался четвертый вариант, которого не было. Она Кстати, умрёт. Тем временем, я третье место занял. Представляете, Ренгун у нас на втором, я на третьем. Так что мы еще больше внесли, чем, знаете кто, чем Эш и Финка. Представляете? Сергей, смотри, за этот раунд я стану на первое место, и мы победим обязательно. Конечно же, разрешение даю. Выполняйте. Хорошо, для этого мне нужен баг. Ух ты, кто-то взял... Скорострельная винтовка. Кто-то взял Эш с золотым скином, рогатый гремучник. Но это ее не спасет. Действительно. Так, Сергей, у тебя есть флешки, у меня есть осколочные гранаты. Я предлагаю, если не в подвале, то сломать сверху потолок и закидать их гранатами. Ну это, по-моему, очень хорошая тактика во всех играх. При условии, что они именно... В подвале. Ну да. Да, мы сломаем на первом этаже потолок. По идее, мы сможем сломать еще там окно мира, если она поставит. Если она будет, само собой. Ну да, мы это сейчас узнаем, конечно же, когда наш тиммейт прогрузится со своим Wi-Fi из кафешки и ноутбуком с университета, который ему дали родители на обучение. Ну, не, по-моему... Наши 7-летние тиммейты хоть как-то отыгрывают. Ну да-да-да. Я вот так посмотрел... Ну, в принципе, и в подвале... у нас будут 7-летние противники. Ну да, и в подвале никого... Так, окей, а, не, это есть. Подвал. Подвал, я просто не доехал. И качалка. Я просто не доехал, я решил в гараж заехать и испугаться. Окей, мы играем 5 против троих, это хорошо. Это очень хорошо, смотри, видишь вот этот блин? Я за него притворяюсь. А нет. Хорошая тактика, очень хорошая тактика. Плохо притворяюсь, надо же все-таки смотреть побольше. Вот, я сейчас в дым уйду. Во, тихо. Хорошо притворяешься. Стелс, друзья, стелс в прямом эфире. Видите, Animal Planet. Все, мы погнали работать по нашей тактике, если что, мой бот на месте. Тактика чуть меняется, мы проходим через гараж. Через гараж, ну, можно так, пойти. Так, здесь сломано, аккуратно. Так, ого. Так, ты первый, я второй. Так, проверяю, здесь никого нет. Здесь есть. Здесь есть? Убил. Да, убил. Противник снаружи. Ты был пульс. Ого. Вот это ты, резвый. Но так. Я не буду тебя блокировать. Ай-яй-яй, там рекрут, там новобранец. О, нет, это опасно, это опасно, назад. Так, я ломаю здесь стенки. Ого. Ай, я не успел кинуть здесь осколочный гранат. Нет, там... Он вышел. Так. Ой, ну это просто это фейл, друзья. Я стрелял по нему, но из-за того, что он новобранец, он бессмертный бес. Это специально для Хэллоуина завезли. Вот. Да. Вообще, у новобранцев в этом режиме есть огромный плюс. Они где-то все черное, а карта сама темная. Их очень плохо видно. Да, это они прям как камуфляж подбирали. А, также это относится и к пульсу. У него черный камуфляж, потому что в ивенте всем даются ивентовские скины. И получается так, то, что пульса и новобранцев не видно. Это единственные оперативники, которые реально почти что невидимы. Ну да, все, победа в раунде 5. Победу. Я оказываюсь на втором месте. Я оказываюсь на четвертом. Все-таки Эш спас этот золотой скин. Все-таки да. Да. Заслуженная победа, друзья, вот Трим 2. Ивентовские скины. Да. Вот так, видите? Посмотрите просто на термита. Какой он красивый. Он прекрасен. Да. Вот. Выпадет ли мне альфа-пак? Да, сейчас еще, друзья, узнаем. Альфа-паки, это тоже приколюха Rainbow Six Siege. Пакеты со скинами. Вот это как кейсы, только их можно получить бесплатно. Без регистрации. Просто, чтобы повезло. А вот пакет шанс увеличивается. Не увеличивается. Просто, ну, 7.50 шанс, как я тут мог этот, плюс 2%. Итого уже 9.50 шанса. Вот, думаю, хорошо сыграли, можем продолжить. Да, думаю, будет попытка номер 2. Да, друзья, где мы покажем уже реальный класс. Выиграли мы второй раз в сухую. Вот, кстати, челлендж. Друзья. И, кстати, вообще, смотрите, это Сергей... мы разогревались.
Сергей, давай дам более тяжелый нам челлендж. Мы будем играть только за новобранцев. Только за новобранцев. Все, принимаю челлендж. Вот, друзья, что будет, если играть новобранцами на хэллоуинской карте? Проверяйте, будет 3-0 разгром. Сергей, если мы выиграем за новобранцев, я даже комментарии оставлю под твоим видео. Ого, вот это честь мне оказываешь ты. Так, мы оранжевый, раунд 1 защита, но нам это не мешает, мы берем новобранца. Да, и я так и не показал пасхалку со шкафом, потому что мы играли за Ну атакующего. да, так, этого можно выбрать Гигн, вот выберем спецназ, конечно же. Выбираем спецназ. Выбираем дробаш SSG 12. ПМ берем, колючую проволоку и взрывчатку. Я взял ГСГ-9, МП-7, пистолет-пулемет Таша, пистолет П-12, колючую проволоку и взрывчатку С-4. Ну все, смотрите, друзья, 1-0 сейчас будет на изи. Ну, при этом еще пасхалку проверим. Да, обязательно. Нам придется сейчас бежать на второй этаж и обязательно опять вслушиваться, потому что просто так стуки мы не будем слышать. Нам придется стоять на месте, ожидать. Также еще в подвале есть стуки, однако я не знаю, где именно. Если не ошибаюсь, то возле машины, словно в ней кто-то есть. Однако я не проверял. Так что, друзья, То будем есть, в смотреть. принципе, можно проверить, но непроверенную информацию я дать не могу. Так, идем Так. за мной. Так, я должен сейчас тебя найти. Вот, вижу тебя, наш Вот бравый. этот вот шкаф, вот это вот, в нем кто-то есть. В нем кто-то есть. Прислушаемся. Слышите вот эти звуки? Во-во-во, только что было. Ой, меня прилетело, скример, меня пролетел. Так нельзя со мной делать. Мое сердце Так, пошли нестабильно. теперь в подвал, пошли в подвал, Пошли, 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 пошли. Ой, в подвал. Ой, люблю подвалы. Меня обнаружили. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Серьезно? За мной. Мы сквозь всех противников идем. За мной, за мной, за мной. Так, по идее, еще в машине кто-то должен сидеть. Ну, сейчас к нам будут проламываться в гараж. Слушаем. Слышите вот эти звуки? Бам, бам. Вы их услышали. Если что, мотайте эти звуки. Все, Ростислав, готовься, Ренджи. Убил, убил, Молодец, убил. но у тебя просто пистолет хороший. А, и там, окей, он вышел с перифайром. Это у нас термит, термит, он с правой стороны. Сиди, сиди, сиди за углом. Все, да. Ожидай его, просто жди его. Я готов принимать. Но я его не вижу, я от камеры возле тебя А, я смотрю. вижу, красным мигает. Он не прошел, либо он прошел, мы не заметили. Но это очень, кстати, странно будет. Да, но... Как минимум, походу, ушел. Ушел, но я не буду рисковать. Да, что по другим камерам? Слышу звуки. Не Так. знаю, я его не вижу. Ну, мы можем, конечно же, рискнуть. Рискни, я его в дыре не вижу, которую проделал. Так. Мы будем идти по-тихому. Хотя у меня дробовик. Вот так сделаем. Вообще, ты можешь с дробовиком сделать в стенке дырку и пройти там. Тут никого нет. Сейчас меня скример прилетает, инфосотка. Так, и ты за тобой стенка, которую можно разрушить, в принципе. У тебя есть С4, дробовик, все, чтобы разрушить. Вот эту, да? Да. Ну, да. Просто бешеный. И этот Просто. дурень не пришел, кстати. Будем ломать дальше. Так, по идее, ты уже можешь пройти. Могу. Отлично. Так, иди на точку, потому что, в принципе, Ну да, то я тиммейтам тиммейты своим не не помогаю. справляются, да. Так. Окей, на первом этаже я никого не вижу. Нет, вообще никого. Так, вот сюда перейдем. Опа. Что это сейчас были за следы? О, кого я вижу? А это просто дрыгается труп? Или нет? Что я вижу Здесь сейчас? нет, здесь нет трупа. В смысле? Друзья, смотрите, в Ну, прямом эфире. Шок-контент. я здесь никого не вижу. А я Вообще ты вижу. можешь. Ого! Окей, уже Это не все было можешь. отли... Ну, короче, проверишь мой видос, там просто скример, там труп Отвлекающий дергался. маневр. Да.
Там просто труп дергался. Так нечестно. Просто противники взяли и применили читы. Называется отвлекающий труп. Ну там труп еще так дергался, можно было музычку подставить. Вот. Но все потому, что я взял дробовик. В этот раз я возьму супер автоматическую винтовочку или пулемет. Что там дается за новобранца? Новобранец. Это баллистические щиты, МК. Вообще можем со щитами сыграть. Ну, со щитами мы будем выиграть в следующем раунде. Давай, так. Во-во-во, все. У меня тут, короче, пробивной... нет. Пробивной заряд плюс... Плюс светошумовая и пулемет, все. Я готов, да, я русский спецназ. Опять, золотой скин на Эш, черная гадюка в этот раз. Да, может, это ее в этот раз спасет. Может быть, может быть. Да. Так, я взял АУГ. АУГ? Да. А ты взял пулемет. Да-да-да. Ну, посмотрим, что получится на самом деле. Ну, с пулемета я когда-то в свои годы, когда вот Rainbow Six Siege только вышла, я в нее играл, то пулемет тащил. Да, пулеметы тогда были просто, просто идеальны. Сейчас они на самом деле стали хуже. Но все так же пользуются популярностью, например, у меня и у тебя. Ну да, вот видите, в команде их люди... Кибербойс используются только пулеметы, значит. Да-да-да. Так. Тем временем я вот так вот прикидываюсь дымком. Вау. Я вот понял, люди... Мне надо брать у тебя уроки маскировки. Да, видите, вот это стелс. Сейчас я еще вот так сделаю, чтобы... Во. Я предполагаю, что последний у них это тоже новобранец. Да. Скорее всего. Они, видно, идут по нашей тактике. Да, да, последний новобранец. Все, друзья, погнали. Обезвредить нам, говорит чувак. Как пойдем? Через гараж? Так, за мной, за мной, за мной, нет. Гараж в этот раз плохая тактика. Я тебе покажу правильную тактику. Так, погнали. Так, во-первых, тактика была в том, чтобы они убили друг друга. Отлично. Ну, это хорошая теперь тактика, мне нравится. Теперь мы здесь аккуратненько выходим. Аккуратненько выходим. Ломаем стекло. Так. Ждем здесь выстрелов. Ждем здесь выстрелов. Да, что-то нас убили. Так, нас убивают. Мы здесь в окошке проверяем, чтобы никого не было. Я сейчас слышал по рации лошар. Так, проходим, проходим. Проходим? Да, проходим. Так, смотрю назад, не вижу никого. Готовы. Валькирия на мне, валькирия на моем трупе. Прям на твоем? Сразу же слева? Да слева, слева сразу же. Может фрифайром выходить. Нету. Левее, левее она будет. Она будет левее. Блин. Лево. Ладно, ладно. Она на горшке лежала, это неправильно, друзья. Так, ладно. Ладно, все очень плохо. Лежала на горшке, так неприемлемо. Я полагаю, что у нас все очень плохо. У нас все очень плохо, но мы не унываем, мы оптимисты, потому что мы в первой катке выиграли. Мы выиграем щитовиков. Вообще мы здесь не выиграли ни одного раунда, но все же. Не, ну так в этом же лайфхак. Мы показываем, что мы лохи, а потом мы берем щиты. Так, это защита, мы не берем щиты, мы берем что-то другое. А, мы берем что-то другое. Что-то другое. Ну тогда берем... Новобранцев. Не, я беру новобранцев, но я просто вот думаю. Это естественно. Вот я возьму, например, пистолет-пулемет. Я выберу UMP-45, проверенное временем оружие. Вот, ты взял MP7, как я понял. Да. Это самое оптимальное оружие, потому что прицел здесь очень хороший, стандартный. А как мы знаем, новобранцев нельзя вешать на вес, так что это очень полезно. Ну что, друзья, погнали. Так, я укреплю гараж. Гараж. Я предлагаю нам вместе укрепить гараж. Погнали, сейчас укрепим гараж. Так, ты правую стенку укрепляешь, я левую. Окей. А, я все, у меня не закончилось. А, ну да, у нас у новобранцев по одному усилению. Да. Так, у меня здесь колючая проволока. Колючую проволоку перед неукрепленными ставим. Перед неукрепленными? Вот здесь Опа! Отлично. О, вижу этого драновода. Сейчас я его поймаю. А где он? Видно все. Не
Не знаю, меня только что пометили. Меня только что У тебя штука пометили. А, пометили? он на машине, смотри. А, ах ты тролль вонючий. Мы еще можем, как истинные новобранцы, вот тут щит поставить. меня C4. А, у меня щит, во. О! Вот это я сейчас вообще. Ты убил уже? Я убил. Да, он решил зарашить, но у него не удалось. Не удалось, кстати. А я еще щит так неудачно поставил, что я, если выглянул, я бы умер. Вы все назад, и я все Встретитесь, назад. Сергей. Опа. А, пошли-ка, Пошли-ка, пошли-ка. пошли-ка. Ну, пошли, Сил пошли. наших убивают. Наших бьют. Ух. На точке, на метке, спивально выходишь. Он лежит. Хорошо, Убил. молодец. Граната получается. Да. В Так. это время я бью Ubisoft Club, выполнил задание. О, молодец. Что там у нас по низу? Так, что тут по камерам? На камерах пусто, никого нету. Кого нету, но я тут смотрю еще. Так, на метке, метка. Две метки. А, возле Крылья в гаража. гараже. Да, я их не вижу, но Так. камера мне показывает Мы с такая. Мирой готовы. Вот так вот в рядочек паровозиком. Так, они до сих... одна из них до сих пор там. Второй, походу, вошел в гараж. Не знаю. Ну, они, короче, нас решили сбоку расстрелять. Я перезаряжаю и иду туда. Флешка. Короче, там, где метка, там находится противник. Он не уходит никуда. Не уходит никуда? Не уходит. Я постоянно его мечу, и он так и стоит. АФК, что ли? Так. Нет, он проверяет проход. Привет, проход. Тогда не. Тут у нас чувак Лучше затащил. не высовывайся. Опа. Тут сзади кто-то. Но в гараже там до сих пор он. До сих пор. Я тыква. Я тыква. Я думал, Видите? ты Сергей. Не-не-не, это просто стелс. Я профессионал в маскировке. Все, камера уничтожена, я не могу чекать пустые два гараж. Так, ну я понял, убил Но он чувак до сих там. пор на улице, до сих пор на улице там, где была метка. Так, а он один остался? Он один последний. Ну тогда погнали. Ну, лучше не рискую, вся команда сейчас пытается его убить. Вас обнаружили. Где? Какой вас обнаружили? И мы сразу же с Мирой спрятались. Не, подожди. Ни дрона. Не вижу. Он на месте там? Ну, я не знаю, камера уничтожена. А, камера уничтожена. А где ж тот бот? Что, все-таки затемненная, что ли, яркость надо на 150 выкрутить. Ну да, у Юмпа хотя бы хорошее оружие, но прицел так себе. Отвратительный прицеп, сказал даже. Так, что ж там? Ну все там, типа, готовятся. Готовятся. Ну я На за камерах окошком до сих стану. пор никого нету, так что, в принципе, Как-то тебя здесь не тихо, будет. говорит мне субтитр. Еще 15 секунд. Так. Ну, не знаю даже. На камерах просто пусто, и мы выигрываем. Мы выигрываем. Ну я просто чисто по приколу выйду. Ну, на самом деле, это было легко. Этот первый раунд, вот, который мы Вот он, выиграли, он кстати, и оказался реально есть. легким. Но это было ожидаемо, то, что он Вот это выиграл. видеоповтор качественный был. Да. Тем временем у нас сейчас будет атака. Мы берем Я беру 4К. Да. щитовика, конечно же. У меня уже все настроено под него. А у меня нет. Я тогда сейчас беру FBI SWAT. Баллистический щит плюс. А ну как, у кого? Вот, у этого урон больше, у моего соса, дымовая шашка или... У него больше урон, однако меньше патронов. На 12, если я не ошибаюсь. А, Но ну я не, тоже нормально, самое нормально. взял. Только у меня сколоченный пробивной заряд, в Ага. отличие от себя. В Ну, у меня все принципе, у в нас порядке. хорошее сочетание. У нас 3 гранаты суммарно. И Ну да, целый и пробивной заряд. типа. Да, это очень хорошо. Очень. Просто готовы рвать и метать с щитами. Так, ну пока мы будем искать зарядики. Ищем заряды. Подвал, Подвал, гараж. подвал, понял Да. вас. Вас понял. И сюда. Я обнаружил Молодец, все. молодец. Так, я. Притворись блинчиком. Да, я блинчик. Во. Так, по-моему, они все. Вот тут, вот тут, вот тут, вот так вот. Во.
С меня такой еще дым идет. Они не видят меня. Хорошо. Так, аккуратно. У нас, как обычно, будет сверху пытаться с окна убить. Ну да-да-да. Я тебе показывал фокус в прошлый раз с люком. Ну да. Так что примерно так же нас будут пытаться убить. Но самая большая опасность это у нас душ, душевая кабинка. А это тоже очень, кстати, коварное место. Так, смотри, сейчас здесь пропилит проход, и я зайду первым, короче. Да-да-да. Пили-пили. О, кидать какие-нибудь гранатки. Пошли-пошли, короче. Контент пошел. Так, я на точке, я на точке. Я возле точки А. Вижу противника. Я его накоцал, я его накоцал, я его накоцал. Накоцал, так. Очень сильно. На слева ходит, на слева. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Валькирия слева спине. Валькирия слева спине? Да, вот тут вот. Ай. Её убили. Все хорошо. Так, так, так. Не забывай прицелиться во время стрельбы, если он тебя не видит. А, и слева. Так, назад, 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 ну, назад. Что, у нас еще хибана. Ну да. Но я еще ослепил кого-то. Тем временем мой дрон на месте. Это хорошо. Ой, и мой дрон палит этих чувачков. Так. Так, ну на точке А, вот, с правой стороны никого. Кто-то телефон зазвонил. Так, не говорите то, что Эш сейчас будет ставить деактиватор. Это будет очень глупая попытка, потому что это будет очень громкое и слышно, то есть, само собой. Но она уже стрельнула. Да. Так Эш что? Спалилась. Да. И можно ставить деактиватор, конечно же. Это идеальное время, когда стоит все это делать, но удалось. Удалось. Но и убегать, и убегать. Главное убегать. Не сможет. Короче, пробка стоит, она просто замедлит ее. Ну да. Но если будет чекать проход, то... Оп, давай! Вот, да, что да, это давай. За... Она тыкву расстреляла ни за что. Там стена некрепленная может быть простреливать. По-моему, это выигрышный раунд. Да-да-да. Но патронов мало, вот в чем проблема. Но если они будут просто тупо удерживать противников подальше от деактиватора... То будет очень хорошо, скажем так, ну сверху. Да. Сверху? Будет. Она не понимает, да? О-о-о. И противник не мог попасть, но это хорошо. Не, ну ты смотри, сколько осталось до деактиватора, все. Все, хорошо. Тут цель удержать противника. Надо под, надо написать good job, реально. А, молодцы, ребята, ну да. Молодцы. Я напишу nice job, чтобы отличаться. Да, да. Тем временем, друзья. Мы поддержим. Пятый раунд атаки. Хоть у меня счет. Дополнительное время из-за того, что у нас ничья. Отыгрываю я не самым лучшим образом в этот раз. Однако, так, я случайно взял не того. Так, возьмем мы, значит, по такому, по хорошему варианту с пробивным зарядом и гранатой обычной, с калашом. Потому что калаш тоже хорошее оружие, АК-12. Да, я взял оружие как у Эш. Прям один в один. А я взял автомат Калашникова 12-й версии. Это хорошо. Да, по-моему, у него хороший будет прицел. Прицел там средний, но получше, чем у пульса на самом деле на UMP. Ну да, потому что UMP это мрак. Лучше. Я знаю, выглядят прицелы стандартные на всех стволах. И это, опять же, качалочка. Опять же качалочка. Ну да, места на Хэллоуине одни и те же. Ну, и это, само собой, подвал. Конечно же, подвал. Окей, я обнаружу абсолютно все. Да, можешь, а не можешь. Я считаю, что у нас... Все не очень хорошо, санкции настолько хибана может пилить нам на дверь. Это не, у меня хорошо. Еще есть пробивные заряды. Да, но укрепленную стену. Ну. Осталось 5 секунд. Укрепленной стеной у нас возникнут проблемы. Так, у меня деактиватор. Нет, тут еще такой прицел нормальный. Жить можно. Ну, нормальный, да. У них что, все укреплено? Или должна быть одна слабая? Нет, у них все укреплено. Ай! Хитрые-то какие.
Ну, здесь сломано, само собой, окошко, так что аккуратненько. Так, я предлагаю, знаешь что? Учитывая, что здесь окошко сломано, скорее всего, на третьем этаже я пробую его убить. Конечно же, я следую за тобой. Но это ванна, это место коварное. И нас обнаруживают. Меня не обнаружили. Меня обнаруживают 5 раз пиццерия! Ну, надо было ожидать, когда меня обнаруживают. Да, не прикрыл. И у меня поднимается пинг. Это очень плохо. У тебя пинг поднимается? Ну, прими таблеточки от пинга. Да, но... Так, все стало хорошо, я забираю вот это вот. Деактиватор, почистим, да. Тебе память. Конечно же. Память. Я думаю, спускаться надо. Очень красиво было, согласись. О, да. Ты все камеры расстрелял. Кидай. Бах. Вот это ты сейчас агрессивно играешь. Мне нужна победа, чтобы я оставил тебе комментарий под видео. Ну да, 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 обязательно. Так. Жив лишь один оперативник. Я ставлю тебе комментарий под видео. Да, да, да. Справа. Я его положил. Один противник еще жив. Я смогу победить. Ты все сможешь. Ради контента. Давай, давай. Ты все сможешь. Давай, давай. А что? Я видел, что он бежал ко мне. Он бежал ко мне. Нет. Ну, Я не хочу прицелиться. Ничего страшного. Все бывает. Это была хорошая игра. Да, кстати, друзья. Я тебе оставлю. Да, да, потому что мы в первый раз выиграли. Да. Вот, и знаете, какую мораль мы из этого взяли? Не берите новобранцев. Да, все-таки новобранцы это не самые лучшие оперативники. Хоть да. И плохо. Ну не зря, что у противников на первом месте не новобранец. Да. Так что берите специализированных друзей из команды Оушена. Вот, и я думаю, мы уже на этом будем прощаться. Вот сейчас пройдет подтверждение всех списков настроек игр. Мы вот сейчас прогрузятся оперативнички. Наши новые оперативнички. Давайте, давайте. Вот они появились. И думаю, на этом будем прощаться. С вами был Сергей Пушков и Ренгвин. Попрощайся. Да, всем пока. Всем вот, удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши все каналы. Все ссылки в описании. Также подписывайтесь на наши группы во всех социальных сетях. И подписывайтесь на Steam Curator. Будьте в курсе игрового мира. Ну а с вами был Сергей Пушков и Ренгвин. Всем пока-пока.